«Слушайте доктора». Все так, это программа «Слушайте доктора», у микрофона Светлана Занько, и мы говорим сегодня о самых распространенных видах невралгии, и начнем мы с межреберной невралгии, и в связи с этим пригласили в гости Сергея Бабинцева, заведующего неврологическим отделением Северной клинической больницы скорой помощи. Сергей Викторович, добрый день. Здравствуйте. Правда, тут до эфира я попросила Сергея Викторовича ознакомиться с планом моим программы. Я готовилась, читала, установила диагноз себе, и многим своим коллегам уже установила. И думаю, что вот мы сейчас раскроем все карты и расскажем, как лечить невралгию, почему нужно идти к неврологу с этими симптомами. А Сергей Викторович мне сказал, что нет такого заболевания. И вот тут уж я не знаю, то ли я села в лужу с этой темой, то ли напротив, мы сейчас расскажем всем нашим слушателям, что такое межреберная невралгия. Ну вот одно, что я поняла, и это очень важно, это само по себе не заболевание, а признак какого-то другого заболевания, которое вызывает симптомы, называемые межреберной невралгией. Что это такое? То есть вот когда у человека болит в груди разного рода боли, они усиливаются при движении или при каком-то там неловком положении. В основном говорят, у меня не межреберная невралгия. Вот буквально у меня каждый второй вот здесь в редакции сказал, да, межреберная невралгия. А что на самом деле это такое? Ну, спасибо за приглашение. Да. Не расстраивайтесь, Сергей Викторович. Да. Мы должны всем рассказать, что, ну, вот, либо развеять мифы, либо направить куда-то. Ну, действительно, когда я услышал, что меня приглашают на выступить с темой межреберной невралгии, я даже был удивлен, потому что все-таки тема очень обширная. И почему именно решили невролога пригласить? Ну, народ как-то склоняется к мысли о том, что это все-таки заболевание чисто неврологическое. Хотя, если взять само определение межреберной невралгии, это все-таки боль по ходу нерва. Название межреберное, то есть по ходу межреберных нервов. А вот почему эта боль возникает? А вот от этого уже надо плясать, что называется. А вот искать причину, почему. Чаще всего все-таки нерв, болевой синдром появляется из-за сдавления между костью и мышцами, связками. Вот. Причины эти всевозможные. Банально, как у нас принято, от остеохондроза, дегенеративных заболеваний позвоночника до серьезных заболеваний, инфаркта, тромбоэмболии легочной артерии, пневмонии. Потому что корешки в связи с воспалительными и всякими интоксикационными процессами в организме воспаляются и вызывается болевой синдром. Так что тема обширная, и склоняться в одну неврологию здесь так как-то не приходится. Ну вот когда мне говорят, что там у меня неврология, или если я сама себе ставлю диагноз, мы это очень любим, там, что у меня неврология, я, конечно, мимо терапевта стремительно пытаюсь пройти сразу в кабинет невролога. Стоит ли так поступать? Нет, все-таки и не зря говорят, терапевт – это первичное звено, через которое это фильтр многих заболеваний, которые он может отфильтровать, именно связано с его патологией, не неврологической патологией. Да? А вот, ну, в принципе, в моей практике достаточно часто вот приходят тоже с диагнозом межреберной невралгии. Вот, от терапевта? И от терапевта, и напрямую там это вот проконсультировать межреберную невралгию. Ну, вот пришел пациент, ну, действительно, болит клиника межреберной невралгии. А какая она клиника межреберной невралгии? Клиника межреберной невралгии – это могут быть острые, колющие, режущие боли по ходу межреберных промежутков, связанных с дыханием, с движением. А вот чаще всего эти боли могут даже проходить, если больной не движется, замирает. А вот боли эти могут уменьшаться от приема обезболивающих препаратов, могут уменьшаться от применения тепла. Вот. И вот такой пациент подошел, у него такая клиника межреберной невралгии, вроде классическая, ничего. А вот при простом осмотре я выявил, у него спонтанный пневмоторакс, то есть легкое порвалось и спалось, и оно не дышит. А клиника просто межреберной невралгии, то есть
к диагнозу, это, к неврологии он вообще никакого отношения не имеет. А вот я его отправил к торакальным хирургам, они его прооперировали, и все благополучно. А вот очень часто по скорой помощи тоже привозят пациентов, а вот у которых температура 40, а вот и болит по ходу межреберья там это, а вот, но это тоже диагноз как таковой неправомочен, потому что ну все-таки надо смотреть на клинику со всех сторон. Температура никак не связывается с поражением нервов, а вот делаем рентген, там пневмония, а вот, то есть на этапе приема терапевта он может много заболеваний взять на себя и дифференцировать, достаточно много диагнозов на себя взять. Угу. То есть она развивается, получается, межреберная невралгия в течение каких-то других, из-за течения каких-то других заболеваний. Терапевту первым делом. Хорошо. Терапевт там поставил какой-то диагноз и отправил на какие-то обследования. Вот чтобы все-таки дифференцировать, вы говорите, дифференцировать, где чисто симптомы, связанные с ущемлением нервов, а где симптомы, связанные с другими болезнями, какие могут быть назначены обследования человеку? Ну вот смотрите, вот настораживающие все-таки симптомы заболевания, температура, одышка, а вот боли в прекардиальной области, то есть, может быть, связанные с сердечной патологией, да, а вот боли связаны с приемом пищи. Что еще? Это... Вот такие при вот нагрузках это, каких-то, может быть, это физических. Симптомы, настораживающие больше вот на ургентную, так называемую, патологию. Это что острую, значит? Острую патологию, инфаркт, это острый холецистит. Это, потому что острый холецистит может иногда иррадиировать mm-hmm. грудную клетку. Да? А вот грыжи пищеводного отверстия тоже могут имитировать межреберную невралгию. А вот это, опять же, связано с приемом пищи. Диагностику проводит терапевт. А мы же в своей неврологической практике ориентируемся, если если болевой синдром вот связан с дыханием, с переменой положения тела и какими-то с перегрузками, мышечными перегрузками, допустим, у спортсменов чаще всего встречаются такие мышечные перегрузки, а вот где корешки передавливаются за счет гипертрофии мышц, за счет дистрофических процессов в суставах позвоночника, а вот развитие артрозов позвоночника, а вот там при выходе из спинного мозга корешки сдавливаются и появляется болевой синдром. Вот это вот чисто неврологическая патология. Давайте тогда разграничим две вещи. Если у человека при вот этих болях, которые мы описываем, да, неврологических, диагностирует врач при обследовании причину, которая не кроется, вот, не чисто неврологическая, как вы говорите, а связана с другими болезнями, неважно, болезни сердца, сахарный диабет ли это, да, или там желудок подвел, или человек отравился, или я вот читала, что даже там герпес и гормональные изменения могут сказываться на этом, то сначала лечатся эти заболевания, и после того, как они излечены, гарантированно, что неврология тоже пройдет? Ну, в принципе, да. А вот потому что это же симптом какого-то заболевания. А вот. То есть мы убираем первопричину. Угу. А вот. Если это герпес зостерова, это опоясывающий герпес. Если мы боремся с вирусом и назначаем адекватную терапию, он уходит. И, в принципе, болевой синдром проходит. А вот. То есть там... высокий процент, когда вместе с изменением, излечением первопричины какого-то серьезного другого заболевания и межреберные боли тоже проходят, да, неврологические. Да, это, ну, больше не неврологически, это все-таки это дегенеративное заболевание позвоночника, все-таки остеохондроз, артрозы, это... То есть их даже неврологическими-то нельзя назвать, да, получается. Это состояние неизлечимое, по большому счету. Он все равно дальше идет. Либо он остается на этом же уровне, либо он дальше прогрессирует. Я пытаюсь разделить как бы на две большие группы. То есть если это не кости, если угу. это не позвонки и не угу. нервы, которые между ними,
то излечение первой причины, все болезни, которые мы здесь перечислили, многие другие, они снимают и вот эти вот боли, с которыми человек впервые обращается, да, похожими на неврологические. А если это чистой воды невралгия, связанная с позвоночником, то вот здесь мы можем разобрать, что происходит. И вы говорите, что обычно уже какие-то изменения происходят в самих позвонках, да? Да. Которые неизлечимы, и можно только терапией какой-то ослабить болевой синдром и поддерживать. Правильно я вас поняла? Да, это при обострении так называемой дорсопатии, как мы пишем, это, то есть это любая боль в спине, а вот это артрозы, спондилиты, спондилоартрозы, а вот остеохондрозы. Вот они могут приводить к нарушению кровообращения в корешке, сдавлению корешка, и вот эти боли появляются. То есть, назначая определенный спектр препаратов, мы снимаем отек, мы обезболиваем, и, в принципе, боль проходит. Но... Сейчас мы про лечение поговорим. Боль проходит, но сами изменения в костях уже... Дегеративно, они так и остаются на всю жизнь. Расскажите, пожалуйста, вот если все-таки получается, что в процессе диагностики пришли к выводу, что это невралгия в чистом виде, связанная с позвоночником, это какими исследованиями выявляется? Ну, это наиболее простые, это рентген поясничного, грудного, шейного отдела. Ну, межреберная невралгия – это грудной отдел. Угу. Вот, то есть мы просто назначаем рентген грудного отдела позвоночника и выявляем остеоартрозы, это снижение высоты диска, там, это, ну, какие-то дегенеративные изменения в позвоночнике. То есть это вот уже на этапе рентгена. А вот если более сложные методы исследования, либо компьютерная томография, либо МРТ, они уже выявляют и грыжи межпозвонковых дисков, а вот которые, в принципе, тоже теоретически могут... теоретически и практически сдавливать корешки и вызывать болевой синдром. Все эти обследования у нас в каждой сейчас клинике можно пройти, которую вы назвали, по невралгии? Ну, все поликлиники к какому-то центру прикреплены, и все обследования, да, в любой поликлинике можно пройти. Угу. То есть она выявлена, и дальше начинается терапия разного рода терапии. Прежде всего, это лекарственная, я так понимаю, да, терапия, потому что нужно снять болевой синдром, и нужно снять отеки, опухоли и прочее. Да? Ряд лекарственных препаратов, вот, он доступен в наших поликлиниках, и их нужно покупать, лечиться дома или только в больнице? Ну, с любой патологией желательно, и вообще больной должен обращаться в поликлинику, где специалист уже разбирается, во-первых, просто это межреберная невралгия в рамках дорсопатии, либо это серьезная патология, которая требует либо хирургического вмешательства, или стационарного лечения. Связанное тоже с позвоночником, да? Ну, может быть, и связано с позвоночником, потому что эти, в принципе, и опухоли спинного мозга тоже могут имитировать межреберную невралгию. А вот. То есть, обращаясь в поликлинику, там уже назначается определенный спектр обследования, определенный спектр и назначаются препараты, в принципе. Основная группа – это обезболивающие противовоспалительные препараты назначаются, чтобы снять боль, отек. А вот назначаются мышечные релаксанты. А вот, это другая группа уже препаратов? Да, это другая группа препаратов, которая снимает спазм в мышце. Это все в прием в виде таблеток? Или есть таблетки, видите, все-таки мы дифференцируем. Если это выраженный болевой синдром и необходимо достаточно быстрое реакция на лечение, то мы назначаем это в уколах, в инъекциях. А вот, если это терпимо и больной, в принципе, готов принимать таблетки, то мы назначаем в таблетках. Все-таки физиологичный прием лекарства – это таблетки. А мази, они используются? Мази – это все-таки уже на этапе подострого течения, когда уже, чтобы уменьшить побочное действие лекарств, мы переходим на мази, чтобы они действовали местно, локально.
Вот еще я, естественно, ознакомившись с разными рекомендациями в интернете, вижу такие методы, которые помогают лечить невралгию межреберную, как баночный массаж, например, физиотерапия, иглоукалывание, акупунктура. Вот это все тоже назначается, применяется? Или вы не рассматриваете такие методы вообще? Ну, очень много все-таки межреберной невралгии на фоне психоэмоциональных стрессов. Иногда достаточно больного успокоить, назначить ему отвлекающую терапию в виде баночного массажа. Это и иглорефлексотерапия, и болевой синдром уже уйдет. То есть это чисто психологического порядка заболевания? Даже иногда так, любой стресс может спровоцировать общую готовность, такую, скажем, это не судорожную готовность, а просто спазм мышц. Мышцы по природе, может быть, какие-то готовые к спазму, могут отреагировать на стресс, спазмировать и ущемить корешки. То есть вот эти все виды лечения, которые я перечислила, баночный массаж, акупунктура, иглотерапия и физиотерапия, действуют на мышцы? Да. Улучшает кровообращение в мышцах, восстанавливает кровоток, в принципе. А вы применяете их в вашей практике? Физиопроцедуры мы применяем. Физиопроцедуры? Ну, баночные нет, но физиопроцедуры, да. А иглоукалывание, например? Ну, это специалисты у нас. Вот много у нас специалистов в городе по иглоукалыванию? И есть ли они, например, в составе больничных медиков? Нет, они больше... В частных кабинетах принимают, да? А почему, кстати говоря, у нас до сих пор иглоукалывание так не распространено? Ведь в свое время такой был подъем, я помню, там в 90-х годах по иглоукалыванию. И, в общем, были приняты какие-то даже стандарты. И даже в добровольное медицинское страхование включали иглоукалывание. Почему у нас не нашло такого распространения? И как вы относитесь к такому методу лечения? Ну, его сейчас нет в стандартах, нигде не прописано, так что из-за этого, в принципе, и специалистов нет в государственных учреждениях. А метод имеет свою область применения, и, в принципе, есть эффект от его. И он, в принципе, рекомендован. Не запрещен, рекомендован, но в стандарт он не прописан, как в обязательном. Поэтому в медучреждениях, в общем, не вводится такая, да, единица. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о межреберной невралгии с Сергеем Бабинцевым, заведующим неврологическим отделением Северной клинической больницы скорой помощи. А что касается истории с баночными массажами, например, с физиотерапией, мы сейчас разберемся, да, то если мы вспомним наше прошлое советское, то практически в каждом доме были банки, и мы орудовали ими как могли, то есть прогревались и массаж делали. Сейчас вообще это допустимо самостоятельно дома такие вещи делать, если у тебя спазм мышечный, да, и который дает там межреберную невралгию, или это только нужно тоже, чтобы делал человек с медицинским образованием? Ну, сейчас вообще от баночного массажа отказались, все-таки он это все же наблюдали, наверное, какие кровоподтеки остаются после этих баночных массажей. Не страшно, ходили мы с такими кровоподтеками. Это травматизация дополнительно вен, артерий. То есть это не так просто синяки образуются. Врачи не рекомендуют и сами не употребляют в больницах такой метод. Понятно. Хорошо. Акупунктура. Ну, для этого специалисты необходимы. То есть тоже можно, но тоже нет можно. В стандартах. Нету. И это только в каких-то кабинетах платных, если что-то есть. Но сами врачи тоже, получается, не могут рекомендовать эти вещи. Это уже если человек сам обратился в какой-то такой, да, это салон. А народные средства? Всякие там, я не знаю, травы, мази, что еще делают, горчишники. Ну, в принципе, любое народное... Воск, мед, лук, вот тут пишут. Любое народное средство показано, потому что все-таки болевой синдром уменьшается при согревании, при покое. То есть горчичник, пожалуйста, можно использовать. Ограничительный режим, то есть полежать. Воск, в принципе, там тоже обладает каким-то согревающим действием. Это все равно они после этого и закутываются, и все. То есть это все согревающее, улучшающее кровообращение. То есть в баню ходить можно, например? В баню ходить, в принципе, небольшие температурные режимы только надо соблюдать, не экстремальную баню, потому что может и наоборот обострение произойти еще хуже.
И вот теперь мы снова вернемся к нашему доэфирному обсуждению всяких разных симптомов. Естественно, там все примеряешь к себе. И когда я описала какие-то свои симптомы Сергею Викторовичу и сказала, что я-то вот в полном убеждении, что у меня какая-то межреберная невралгия, и он мне сразу сказал, у вас, наверное, гиподинамия. Я очень возмутилась, потому что утром, значит, я бегаю, вечером я плаваю, и, кажется, делаю это с постоянной регулярностью. Ну, конечно, между этим я сижу вот тут вот в студии и в редакции. Но я почему-то считала, что гиподинамии у меня нет. Однако, судя по тому, что вы сказали, гиподинамия – это один из главных, да, одна из главных причин, в том числе и межреберной невралгии. Да, все-таки народ-то это население урбанизировано, то есть это от дома до машины на работу, а вот с работы на машину и больше никуда не это движение минимальное. А вот, как правило, на работе тоже используется однообразное положение тела, чаще у компьютера. Еще может компьютер стоять где-то в стороне, то есть это полунаклонное положение, длительные статические нагрузки могут спровоцировать развитие артрозов и способствовать возникновению вот этих как раз симптомов межреберной невралгии. Чтобы избежать этих, это вот регулярные физические нагрузки, то есть раньше использовали зарядочку производственную, то есть каждые 30-40 минут человек вставал, разминался. Это, в принципе, вот... Этого достаточно, чтобы профилактировать? Да, да. Чтобы снять локальное перенапряжение мышц, снять, ну, такой отек, чтобы не развивалось какие-то дегенеративные заболевания, дегенеративные повреждения позвоночника. У нас сейчас каждые 30-40 минут люди встают, чтобы выйти покурить, я так понимаю, большей частью, а не зарядочку сделать. Да. А есть какой-то опыт, может, вы знаете, наших предприятий, которые все-таки внедряют эту японскую систему? Потому что японцы, они прямо... Мы все знаем, как прекрасно совместные зарядки на производстве делают. Нет, я не слышал. Нет, ничего такого нет. Вот это бы в стандарты вписать, конечно, не мешало. Это бы избежало бы. Хорошо. А вот если такая история, как у меня, когда мне кажется, что я очень достаточно активный образ жизни веду, вот у меня там утренняя какая-то зарядка и вечерняя какая-то активность, но между этим действительно то, что вы говорите, это сидение на стуле за компьютером, это машина, и практически нет передвижения там с 10 до 6, 7, 8 вечера. То есть мои такие занятия гарантируют или не гарантируют, что я как-то себя уберегу до определенного возраста от таких вот изменений, которые приводят к невралгии межреберной? Ну, уберечься практически невозможно. Остеохондроз, дегенеративное заболевание позвоночника – это бич каждого после определенного возраста. Какого возраста? После 30 это уже практически. После 30 да, лет? Да, уже. Практически 100%? Да, да. Какой то есть кошмар. Начально признаки какие-то все равно уже есть. А вот, и они могут способствовать уже появлению симптомов межреберной невралгии. Даже если я очень активно занимаюсь спортом, все равно эти возрастные изменения приведут меня к остеохондрозу. Ну да, все равно. Во-первых, вы все равно, может быть, где-то нарушаете в плане того физическую нагрузку неадекватную. Может, перегружаете какие-то определенную группу мышц, а вот другие мышцы расслаблены, они тоже могут способствовать возникновению дегенеративных заболеваний позвоночника. А йоги, которые питаются правильно, занимаются упражнениями, направленными как раз и на мышцы, и на кости, и на снятие стресса. Они себя как чувствуют? У вас бывали йоги-пациенты? Нет, ни разу не видел. Вот же показатель, а, Сергей Викторович? Назначается, кстати говоря, йога, рекомендуется для, вот, в жизни для людей, у которых остеохондроз или вот признаки невралгии? Нет, в принципе, мы не используем такие методики. ЛФК используете? Просто ЛФК, да. Это все-таки именно регулярность должна лечебная физкультура. Лечебная физкультура. А что значит регулярная лечебная физкультура? Ну вот, смотрите, если вот по заболеванию сердца, вот там более подробно уже сказано, что для того, чтобы не было заболеваний сердца, чтобы профилактировать это мужчина, в частности для мужчины, там 5 раз в неделю он должен 30-40 минут, это быстрая ходьба. И все.
Да. И этого достаточно. Этого будет достаточно. А вот по лечебной физкультуре такого нет. Это же все индивидуально для каждого пациента все равно. Поэтому она называется лечебная физкультура. Мы обещали нашим слушателям, что мы поговорим о применении физиотерапии в лечении межреберной невралгии. Про физиотерапию мы, как ни странно, недавно тут говорили с главным врачом нашей городской стоматологической поликлиники. И как раз говорили с таким ностальгическим акцентом, что, в общем, было время, когда физиотерапевтические кабинеты массово сокращались. Вообще, в принципе, ликвидировались, или объемы аппаратов, которые стоят в физиотерапевтических отделениях, сокращались. А что у нас сейчас вот с физиотерапевтическим отделением, в частности, в Северной клинической больнице? Пользуетесь ли вы этими назначениями в своей практике? Насколько активно? Ну, у нас в нашем отделении, при нашем отделении есть физиотерапевтическое отделение. Это мы достаточно широко используем все методики, которые там есть. А вот, конечно, ставим задачи перед главным врачом, чтобы он расширялся. Расскажите про это очень интересно. Ну, во-первых, оборудование, конечно, устаревшее, а вот оно громоздкое, еще советского производства. Сейчас появились более компактное оборудование. Нашего же производства или импортное? Есть и наше производство, есть импортное. За рубежом тоже широко используются физиопроцедуры. А вот, так что мы, в принципе, стоим на том, чтобы сохранить физиотерапевтическое отделение, чтобы она помогала нам в лечении вот таких заболеваний. А как она помогает? Расскажите. Ну, она улучшает кровообращение, снимает отек, снимает болевой синдром. Некоторые больные отмечают даже с первой процедуры эффект улучшения. Да, вот. Конечно, здесь не исключается эффект психотерапии, а вот, но... Все вместе работает. Конечно, на лечение болезни. Да, а вот при воздействии, физическим воздействием, допустим, СМТ, там, электро. А вот мы используем, это физиотерапевты используют препараты, которые проходят вместе с током и проникают глубоко в ткани. И они снимают и болевой синдром, и отеки. Угу. Сколько у вас сейчас в физиотерапевтическом отделении работает специалистов? Ну, сейчас, честно, это не в составе моего отделения. А вот, ну... Мы плотно общаемся с одним доктором, там заведующий есть, все, по-моему. Дальше вот все просто мне, знаете, что интересно, кто готовит сейчас, и обновляется ли штат физиотерапевтического отделения, потому что я как-то, если они сокращались в свое время, то нет ли действительно такого голода, да, кадрового? Есть. Именно, есть кадровый голод. То есть все-таки я была права, какое-то время был провал мощный по физиотерапии. Ну, в принципе, и сейчас сокращается, видите. Идет оптимизация все равно, старается меньше истратить денег на тот же самый, на дополнительные самый какие-то, да. Те, которые не обязательно в стандартах. И, в принципе, и стандарты прописываются, койко-день тоже количество уменьшается, то есть если назначить физиопроцедуру, там 10-15 там процедур, а вот мы его никак провести не сможем. Потому что 10 дней, а дальше... То есть мы только можем начать, а дальше продолжать это в поликлинический уровень. Да. Здесь есть вопросы, но и есть над чем работать, правда же? Потому что если вы настаиваете на том, что все-таки нужно сохранять отделение, и вы видите, что действительно эффективность, то тут еще ведь и дело каждой конкретной клиники отдельной, какой она выбор делает. Но мы с главврачом Северной клинической больницы поговорим еще об этом, о планах, потому что планы больницы большие, я знаю, и на этот год в том числе, и на следующий. Это будет отдельная тогда у нас тема. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Сергей Викторович Бабинцев, заведующий неврологическим отделением Северной больницы. Ну, раз вот такую тему я сегодня взяла, как межреберная невралгия, которая сама по себе является заболеванием, редким и связанным с заболеванием, например, позвоночника, да, костей, там, да, мышц, а часто является просто симптомом какого-то другого глубинного заболевания. Это можно сказать, не чисто неврологический такой получается диагноз. То хотелось бы в конце нашей программы, у нас остается буквально 2 минуты, спросить вас, а с какими неврологическими заболеваниями сейчас поступают пациенты в ваше отделение? Что сейчас пиковое, да, такое? С чем вот поступают пациенты?
Ну, это в основном, конечно, это цереброваскулярная болезнь. Что это такое? Заболевание связано с поражением сосудов головного мозга. Это гипертоническая болезнь, это причина. Причина заболевания – это гипертоническая болезнь, холестерин. Если это мужской мужчина, то это курение, которое тоже приводит к атеросклерозу. И вот это... То есть курильщики – ваши основные пациенты? Да, боремся в отделении с ними. Пытаются курить? Да, конечно, да. Угу. Это все способствует развитию атеросклероза и дальше прогрессированию заболевания. То есть все наши методы лечения даже вот одной сигаретой, в принципе, убиваются. Да что вы! Угу. Это очень интересно. Вот, то есть это вот основное... То есть мужчины тема... основные пациенты, курящие мужчины, да, угу. С атеросклерозом? Основной вид заболевания, который у нас находится в отделении. Второе – это дорсопатия, это поясничного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника. Что такое дорсопатия? Это вот боль в позвоночнике, это в грудном поясничном. Связанная любая с чем? Любая боль. Но это чаще всего вот эти вот дегенеративные заболевания mm-hmm. позвоночника. А вот это такое принятое название международной дорсопатии. Мы mm-hmm. это ну, как раньше, остеохондроз позвоночника. Остеохондроз позвоночника. Вот, полинейропатия, потому что сейчас, вот, в принципе, одна из основных полинейропатий – это сахарный диабет. Сейчас он тоже достаточно много его обнаруживают, лечится и продлевается жизнь по сахарному диабету. И, в принципе, и увеличивается количество полинейропатии. Что такое полинейропатия? Полинейропатия – это поражение периферических нервов. Связанные с сахарным да, диабетом. То есть вы совместно здесь действуете с другими врачами? Ну, да. Лечите. А женщины в основном с чем поступают? С мужчинами мы разобрались? Ну, женщины цереброваскулярную болезнь, то есть это тоже с атеросклерозом, потому угу. что у них возраст немножко побольше. То есть не от курения, а возрастные изменения сказываются. А вот гипертоническая болезнь тоже причина цереброваскулярной болезни. Угу. А вот, ну и остеохондрозы тоже, дорсопатии позвоночника тоже достаточно женского населения подвержены. Вот это, ваши пациенты. Угу. И несколько слов об отделении. Сколько у вас койко-мест, сколько угу. у вас персонала? Угу. Отделение северной больницы рассчитано, вот мы недавно переехали, а вот сейчас развернули коек 45, это стационарные койки и 10 дневного пребывания угу. койки. А вот. Этого достаточно? Ну, у нас они не пустуют. План, который нам министерство дает, мы его перевыполняем. Угу. В принципе, можем работать в большем объеме. Но, в принципе, у нас сейчас по коечному составу полностью угу. укомплектовано отделение. А штат? По штату врачи тоже 100% комплектованы, с медсестрами есть определенные проблемы. А как вот, у всех. Да, угу. да. С санитарками тоже. Проблема. То есть тоже у проблема. Вас открыты вакансии медсестер и санитарок. Угу. Правильно я понимаю? Да. Но мы будем надеяться, что эти вакансии в ближайшее время качественными сотрудниками заполнятся. И не курите, пожалуйста, люди. Не курите, потому что вот Сергей Викторович Бабинцев говорит, что даже одна сигарета убивает все старания врачей-неврологов, если у вас проблемы с сосудами, например, головного мозга. Да? Да. Желаем всем здоровья и слушайте доктора. Еще раз Сергей Бабинцев, заведующий неврологическим отделением Северной больницы, был у нас в гостях. У микрофона работала Светлана Занько. До свидания. Слушайте доктора.